Вчора, після першого ж успішно пройденого випробування, хлопець зрозумів. Так, все це важко і нервово. Та поки він тут, насолоджуватиметься кожною секундою, проведеною на X-Factor'і. Яка це радість, чому ти мені прям так хорошо, да. Чуть-чуть поработав з піаністом крутим, який вообще прям молодець. И то, что я вот сижу сейчас один среди 50 человек, тоже так, ох, ну, типа, было 250, да, где-то в том районе там. Я остался, ну, то есть из-за этого тоже радость, конечно. Радісний Ілля поспішає на сцену. Адже шансу ще раз заспівати перед людьми, які розгледіли в ньому X-Factor, вже може і не бути. Здравствуйте. Лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Спасибо. Илья, привет. Здравствуйте. Я рад вас видеть. Я тоже тебя. У тебя колотилось сердце сейчас? Сейчас тоже колотилось сердце, да. Я рад. Вот обстоятельства, которые сейчас пока складываются, меня радуют.